Я рада вас приветствовать на моем канале. 15 июня, 2 июня по старому стилю, отмечается народный праздник Вьюн Зеленый, День Никифора. Согласно церковному календарю, верующие в эту дату вспоминают патриарха Константинопольского, святителя и исповедника Никифора. В народе, по традиции календаря народного, отмечают Никифора Вьюна Зеленого, названного так потому, что сегодня девицы плетут из этого растения венки. Считается, что сегодня именины у Дмитрия, Константина, Ивана и Марии. А вот в народе в этот день отмечали большой и радостный праздник – Вьюнец. По поверьям, именно сегодня можно сплести свою счастливую судьбу. Существует множество обрядов и обычаев, а приметы на 15 июня помогут воплотить в мечту в реальность. Приметы на 15 июня говорят, что сегодня люди могут сами сплести свою счастливую судьбу. Этот праздник называется Вьюнец не так просто. Сегодня растение вьюнок обладает особо сильной энергетикой, которую можно использовать себе во благо. Работать в этот день можно, это не церковный праздник. Но вот вечером, чтобы жизнь была счастливой и в ней было много радости, нужно обязательно собираться в шумной компании с друзьями и родными и веселиться. По традиции, сегодня поют песни, водят хороводы и рассказывают смешные истории. Девушки и женщины 15 июня срывают вьюнок и плетут из него венки. Считается, что венки эти обладают необычайной силой. Говорят, кто венок сплетет, тот и счастье в свою судьбу вплетет. Также в венок нужно вплести и веточку полыни. Полынь выступает оберегом и защищает от всего дурного, от неудач, сглаза, ссор и врагов. Эти венки могут носить все, и женщины, и мужчины, и дети. Все, кто сплетут себе венок, обязательно будут счастливы и удачливы. Считается, что венок приносит успех и помогает воплотить свою мечту в реальность. На праздничный стол нужно обязательно поставить свежеиспеченный каравай или пирог. Это блюдо символизирует деньги и приносит немалое богатство. А чтобы денег было еще больше, всем, кого сегодня встретишь, нужно раздавать особые дары. Взрослым – конфеты, а детям – монеты. Незамужние девушки, которые сплетут себе венок, вскоре выйдут замуж. И его нужно будет засушить и оставить лежать до зимы. Считается, что если так сделать, то до зимы обязательно выйдешь счастливо замуж. В этот день читают особый заговор на деньги. Это очень действенный заговор, особенно если читать его 15 июня. И особенно, если этот день припадает на субботу. Для этого нужно взять церковную свечу и зажечь ее. Еще приготовить святую воду. Написать на листе свои пожелания и сумму, которую хочешь получить. Потом нужно на свечу прочитать такие заговоры. «Харлаай Хаим, люблю, поклоняюсь, признаю и служу. Дай мне, что прошу, в чем нуждаюсь, что хочу иметь. Дай мне возможность, я тебе возмещу, чем прикажешь. Как покорный слуга, понесу приказание твое. Клянусь, клянусь, клянусь». Листок с пожеланиями сжигают в пламени свечи. Пепел заливают святой водой. А воду с пеплом нужно вылить под цветок с белыми цветами. Растение может в данный момент не цвести. И деньги придут уже на днях. Можно купить лотерейный билет. Наступают теплые дни, а вместе с ними и разгар работы в полях. Однако усталость после тяжелого трудового дня не была помехой для вечерних встреч молодежи, во время которых пели песни, а парни боролись друг с другом на кулачках, показывая свою ловкость и силу. Девушки в этот день на Никифора обязательно плели венки. Они считались не просто украшением, но и талисманом, защищающим от нечисти и злых людей. За основу обычно брали вьюнок, а также вплетали полынные веточки. По поверьям, они оберегали от русалок, особенно активных в этот период. Также венки носили не только девушки, но и все остальные, начиная от детей и заканчивая стариками. Надевали такой защитный оберег и на скотину. Сплетенные сегодня веночки вешали на птичниках, хлевах, амбарах и колодцах, а также раскидывали по полям и развешивали по садовым деревьям, чтобы был хороший урожай. После того, как венок выполнял свою функцию, его разрывали и сжигали. У девушек была традиция 15 июня на Никифора, на Вьюна Зеленого, плести веночки и для привлечения суженого. Во время плетения нужно было думать о любимом человеке, потом надеть венок на голову и лечь с ним спать, а после спрятать на чердак до самой зимы. Затем его разрывали и заваривали чай, который должна была пить только девушка, сделавшая венок. Хозяйки в день Вьюна Зеленого пекли огромные караваи, олицетворяющие солнце, благополучие и богатство.
Все ходили друг к другу в гости, чтобы угоститься вином. Детворе же давали мелкие монетки и конфетки. Также в этот день проводили интересный обряд – вьюнец, когда пары, собирающиеся скоро пожениться, брали в руки вьюнки и заходили во дворы новобрачных, сыгравших свадьбу весной того года, и передавали им свои цветочки, которые те после отдавали следующей зашедшей к ним паре. Считалось, что таким образом они делились своей любовью. После этого все собирались за общими столами, поставленными на главной площади, чтобы вместе поесть пряников медовых, дабы выпить вина сладкого или брашки горькой. 15 июня на Никифора проводили различные магические ритуалы и обряды, используя заговоры. Но самым распространенным сегодня был ритуал на избавление от докучливого человека. Проводили сегодня ритуал от надоедливого жениха. Девушка в этот день брала вьюнок и переплетала им калитку своего забора, приговаривая такие слова: «Вьюнок, завивай, нелюбимого ко мне не пускай, чтобы не смог порог моего дома переступать и мне докучать». Гони его вон, пусть идет в свой двор. Ко мне пусть забывает и больше не надоедает. Когда вьюнок засыхал, его ломали и трухой посыпали около входных дверей. Если соловей поет в течение всей ночи, то жди погожей погоды, согласно поверьям. Если ночью нет ветра, то день будет солнечный. Приметы на 15 июня говорят, что тот, кто сегодня венок из вьюнка сплетет, будет самым удачливым и счастливым. Каравай или пирог приносит богатство и скорые деньги. Девушки, которые сплели венок и будут хранить его до самой зимы, обязательно выйдут замуж. Главная и очень важная народная примета, напоминающая, что нельзя делать 15 июня в день Никифора, это запрет на заключение сделок и проведение важных переговоров в этот день. Еще в древности люди говорили, что тот, кто не послушает совета, может не только потерять доверие деловых партнеров, но и лишиться крупной суммы денег, а также оказаться в должниках. Поэтому и считалось в народе, что 15 июня нужно заниматься планированием и бытовыми работами. А вот реализацию задуманного, сделки и переговоры лучше перенести на другой день. Хозяйкам в этот день не рекомендуется подметать, поскольку вместе с ссором можно вымести из своей жизни благополучие, здоровье и финансовую стабильность. Кстати, пылесосить в этот день тоже не стоит. В этот день, в день Никифора, разрешается только влажная уборка. Нельзя сегодня надевать вещи с металлической фурнитурой. Тот же, кто ослушается запрета, столкнется с большими жизненными трудностями, побороть которые поможет только железная выдержка и хладнокровие. Нельзя 15 июня грустить и оплакивать покойников, иначе они станут во снах приходить и напоминать о горестях и печалях, с которыми сталкивались спящие и его умершие родственники и друзья, когда были живы. В день Никифора нужно вспомнить только хорошие моменты, прожитые с ныне покойными людьми. 15 июня нельзя ходить на кладбище. По примете можно встретить там нечистую силу, которая утащит к себе. Никифора в день не рекомендуется купание в открытых водоемах, а также стирка и полоскание в них белья. По примете русалки околдуют и унесут на дно, откуда никто еще не выбирался. 15 июня беременным нельзя ходить за покупками, а также покупать воду. Ребенок раньше срока родится. Лучше в день Никифора эти обязанности переложить на другого человека. Не стоит в этот день думать и говорить о плохом. Иначе оно придет в жизнь, или же негатив останется в душе и станет отрицательно влиять на будущие дела и события. 15 июня нужно радоваться, поэтому лучше этот день провести в веселой и приятной компании, в которой точно не будет разговоров о неприятностях и горестях. Если в этот день дерутся воробушки, примета, что ожидаются погожие денечки. Утро туманное сулит тихий и теплый день. Дождило в день Никифора. Это хорошая примета, сулящая урожайный год на лен и коноплю. Западный ветер обещает похолодание. Кто в этот день станет окучивать картофель, у того он, согласно поверью, обязательно уродит крупный и вкусный. Если соловушка ночью заливается, примета, что завтрашний день будет солнечный. Много грибов будет, если 15 июня ливень пойдет. Считается, что рожденные в этот день веселые и беззаботные люди. Они хорошие организаторы, без них ни один праздник не обходится. Я желаю вам счастья, здоровья и благополучия. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новое видео.